Здравствуйте. Здравствуйте. Елена. Знакомимся. Очень приятно. Елена Германовна. Это не раздвоение личности. Я понял. А вы кого представляете? Кто? Жителей. Местных. А можно ваши документы посмотреть? Документы? А да. Житель, а ваши? Пожалуйста. Да. Кто это самый может сфотографировать? Андрей Михайлович. Прочитайте, пожалуйста, я попрошу. Андрей Михайлович Голотюк, зам генерального директора Московского парка. Угу. Так, а вы имеете право без доверенности представлять интересы Московского парка? Конечно, имею. Нет, не имеете. А кто вам это сказал? Генеральный директор только кто имеет вам это право. Сказал? Это сказал документ ЕГРЮ. Какой? ЕГРЮ, в котором написано. Вы не правы. Ну, будем разбираться, кто будем прав, разбираться. Кто не прав. На каком основании вы мешаете здесь проводить? Мы не мешаем. Ну. Мы не мешаем. А, ну все тогда. То есть мы не мешаем. Да? Нет, мы не договорились. Вы сейчас говорите о том, что здесь проводится работа на основании договора между ДГИ и МПП, так? Этот земельный участок передан ГКУ МПП городом. Так. Это городская земля. На основании какого распоряжения? Договор. Договор должно быть внутреннее распоряжение ДГИ. Коллеги, вы не понимаете весь всего механизма. Но вы нарушаете договор. Тогда 533. Нет, мы ничего не нарушаем. Мы ничего не нарушаем. Если вы считаете, что мы нарушаем, так, пожалуйста, хорошо. Обращайтесь в суд. Департамент государства. Предоставьте, пожалуйста, все основные документы на проведение земельных работ. А на каком основании я вам должен представлять документы? Хорошо, тогда мы ждем представителя управы, и вы предоставите им документы. Мы им все представляли. Сегодня управа, будем представить... подождите. Так. Мы официально уведомили префектуру, уведомили управу о том, тогда что здесь будет... А еще месяц назад. Они говорят, что у них ничего нет. Значит, они вас вводят в заблуждение. Либо вы нас вводите в заблуждение. Они вас вводят в заблуждение. У нас двоякая ситуация. О том, что здесь будут производиться работы по благоустройству территории. И здесь будет оборудована парковка, городская парковка. В таком случае ваши работы проводятся вне регламента, не соответствуют. Пожалуйста, жалуйтесь. Пожалуйста, обжалуйтесь. В ДГИ, пишите жалобу мэру. Хорошо. То есть, а вы будете продолжать нарушать, да? Вот когда, подождите, вот когда нам придут, вы тоже, наверное, все работали, знаете, да? Когда нам придет официальный запрет на работы, либо когда у нас придет распоряжение на расторжение договора, тогда мы все работы прекратим, заберем отсюда наших сотрудников, заберем будками и ничего делать не то будем. Можно теперь я скажу? Конечно. Не против? То есть по вашей логике, вы очень все здорово, правильно, наверное, говорите. Я могу прийти к вам, допустим, на дачный участок, вбивать колышки, вы мне будете, подойдете ко мне и скажете... Вот сразу у вас неправильная позиция. Что значит на этот земельный участок чей? Не знаю, вот в чем-то дело, что по он принадлежит народу. Нет, он принадлежит городу. Правильно? А кто такой городу? Городу. Подождите. У нас есть имущественные отношения. Этот земельный участок принадлежит городу. Мы как городская структура. Мы не частная структура. Так. Мы городская структура. Мы структурное подразделение. Покажите департамента мне транспорта. С координатами вашего участка. Где? Принесите договор. Принесите, пожалуйста. Мне договор на землю. Нет, мне не нужен договор, мне нужна, пожалуйста, схема координат, где границы данного участка. Ну там есть договор. Там нету этих координат. Ну покажите мне, пожалуйста. Это придомовая территория. Покажите. Нету? Тогда давайте ждать, когда он появится. Давайте ждать никому. Весь пакет документов должен находиться здесь, на месте проведения работ. Они так, они рассказывают, что там... Хорошо, если вы не хотите местным жителям показать, тогда будем ждать уполномоченных лиц. Пан Гвард, ну-ка позвони Козлову, почему я на месте не вижу договора на землю? Здесь на Новоесенинске. Ну-ка бегом его сюда, через 20 минут он должен быть здесь договором на землю. Поэтому здесь город проводит работу, не какая-то частная контора. Нет, давайте мы пока контора. Диалог прекратим, потому что мы закончили, пока остановились на том, что у вас у нас схема... Все есть, у нас нет есть. У вас я вам ничего предоставлять не обязан. Хорошо. Обязаны. Я понимаю, что вы жители. Эта парковка находится при нас, при и вас, вы должны были правильно. У нас нет, просить. Мы ничего не должны были. Нет, вы должны. Мы ничего не... Мы никому ничего не должны. Мы ничего никому не должны.